канал 3 минуты, и в этом видео мы посмотрим, чем отличаются 70S-рибосомы от 80S-рибосом. Для начала давайте скажем, что такое 70S, а что такое 80S. Итак, S – это Светберг. Светберг – это единица измерения константы седиментации. В некоторой литературе можно встретить коэффициенты седиментации. Константа седиментации показывает скорость осаждения при ультрацентрифугировании. И нужно это для измерения размеров частиц. То есть получается, что 70S-рибосомы – более мелкие рибосомы, 80S-рибосомы – более крупные рибосомы. 80S-рибосомы содержатся в эукариотических клетках. Это ядерные клетки, то есть клетки, содержащие ядро. 70S-рибосомы содержатся в прокариотических клетках. Это доядерные клетки, то есть клетки, у которых ядра нет. Плюс 70S-рибосомы содержатся в митохондриях и пластидах. Митохондрии и пластиды – это двумембранные органеллы, которые, в свою очередь, содержатся у эукариотов. Таким образом, мы получаем, что у эукариотов есть 80S-рибосомы, плюс есть митохондрии и пластиды, у которых, в свою очередь, внутри находится 70S-рибосомы. Вот в чем отличие 70S-рибосом от 80S-рибосома.